Всем доброе утро. У нас сегодня 16-й день нашего приключения, путешествия. Сейчас позавтракаем и буду снимать фаркоп. Поеду в город искать сварного. Надеюсь, это не займет много времени. Проварим усилием вчерашнюю поломку. Выдвинемся в Челябинск. Сегодня там плюс 24. Челябинск. Всем привет. Вчера в Тюменской области был день аиста. И сейчас мы поехали, да. И встретились нам по пути два аиста. Два черных аиста рядом с нами пролетели. Да. Заснять их, к сожалению, да, не удалось, потому что камера, если приближает, то она не фокусирует. Ну, ребята, это шедевр. Ездите по стране, у нас очень много интересных мест, красиво. Мы чем дальше едем, тем больше птиц интересных, как-то живности. Очень интересно, всем советуем. Не сидите дома, садитесь на машины, путешествуйте, ездите по стране. Это здорово. Да. А мы едем дальше. Заехали на базу, проезжали мимо, чтобы за базой, не знаю, вывесок не было. Ну, тут торгуют запчастями на КамАЗ в магазинчике. В общем, у мужиков поспрашивал. Мужика сварного нашли нам, показали. 500 рублей нам все сделал. В общем, сейчас вышим, заскочим и назад ставим фаркоп и едем дальше. Да, мы его вечером видели. Ваше место назначения находится справа. Да, мы сейчас проедем там остановку. Идем поснимаем. Доча, кому там памятник? Стой. Да, не знаешь? Я тоже не знаю. Пойдем снимем. Какой-то Прасковье Луполовой, явивший миру подвиг дочерней любви. Пишем, Санкт-Петербург, 803-804. Царская семья. Зашли в храм. Очень красиво, конечно. Видно, что очень старый. Все стены расписаны фресками старинными. Красиво. Едем дальше. Возвращаемся мы к машине. Решили поснимать вам еще немножко Ишима. Город открытия. В основном он, конечно, одноэтажный и двухэтажный, да, такой? Да, непонятно вообще, где здесь живет 65 тысяч человек, где не все, на улицах что вечером, что днем никого нету. Ну, церковь была полная. Вообще такое, и, да, по всему видно, что город такой патриотически настроенный и набожный такой, как бы, городок. Ой, ну, какой красивый город. Вообще очень уютный город. Едем по федералке Тюменской области. Ну, конечно, да. Вот это еще хорошая дорога, хоть она и неровная. До этого были откровенные дырки и провалы в дороге. Плохая здесь, конечно, федералка в Тюмени. Мы едем в Курганскую область. Будем надеяться, что там будет лучше. Нам нужен автосервис с электриком.
надеяться, там дороги будут получше. Область поменялась, а дороги все те же. Поставили знак неровность на дороге, 15 километров. Сейчас закончатся эти 15 километров, я так думаю, дальше будет стоять еще такой же знак, еще 15 километров и так дальше. Но пока вот такая дорога, что в Тюмени она не особо была, местами вроде ничего, а местами такая же. Да, подешевле бензин, 37,50. В Омской, в Тюменской не было такого. Так что имейте в виду, в Курганской области бензин немного дешевле. Ну вот, где-то километров 170 было. Неважные дороги по Кургану, по Курганской области. Все вспахано, абсолютно все. Но зато сейчас хорошая дорога. Река Тобол. Подъезжаем к Кургану. Вон там Курган. Едем по объездной. Ищем парковку, где припарковаться нам. Не знаю, передаст ли камера, но смог капитальный. Это только по объездной едем. Запах очень специфичный, воняет какими-то честными. Пластиком каким-то горелым воняет. Ну дым прям, стоит дым. Дымка такая сильная. Так вот, сейчас поищем стояночку, остановимся, но желательно, конечно, без этого запаха. Мы когда подъезжали к Кургану, прочитали в интернете, что очень грязный воздух, и курганцы вообще не парятся с мусором, бросают его где попало, поэтому загадили все водоемы. А когда остановились мы подъехали... Поехали по объездной, ну воняет, ужасно воняет. Ну понятно, что с труб воняет. Ну и вот стоит кафешка, гостиница. И вот мешки с отходами. И такая картина везде здесь. И вонь стоит ужасно. Они вообще не парятся. Все, на город летит. Конечно, город вообще в дымке стоит. Ну а мы остановились. Кафешка, стоянка, шиномонтаж, заправка Лидер, бензин здесь 36,50. Наверное, завтра немного дозаправимся. Практически проехали город по объездной. Завтра отцепимся, съездим на Газели, если сам за ночь не додумаю. К автоэлектрику. Цилиндр что-то у меня сегодня стал третий барахлить. Перекинул катушки, провода. Все равно именно один цилиндр грешу на форсунке. Ну, посмотрим. В общем, стоим здесь. Завтра съездим в Курган.